Друзья, привет всем! Ну что, готовы к жесткому мотивационному видео? Сейчас у хейтеров будет бомбить, потому что сейчас будет мотивация на 100 кусков, на 100 кусков зелени. Вот вам мотивация. Готовы? Раз, два, три. Вот такая мотивация. Вот это, ребята, мотивация. 100 кусков. Как вам мотивация? Вот мотивация. Вот мотивация. Вот тачка мотивация. Золотые часы. Это, мать его, мотивация. И люди будут говорить: что это, блин, за херня? Почему ты это все показываешь? Знаете почему? Потому что это канал о мотивации. Цель этого канала — мотивировать. Есть канал о футболе. Там показывают что? Догадайтесь. Футбол. Хейтеры говорят: какого хрена ты показываешь одно и то же? Мотивация. У меня канал о мотивации. На канале о футболе вы же не говорите: какого хрена там один футбол, достал уже со своим футболом, давай что-то другое. Нет. То канал о футболе, у меня канал о мотивации. И цель этого канала — мотивировать. Вот, вот вам, мать его, мотивация. Это, ребята, мотивация, это не понты, это мотивация, потому что всего этого добился я сам. И если бы я всего этого не показывал, я бы вас замотивировал, вот скажите. Какой бы я был нахрен мотиватор? Я мотиватор, и цель моя, блин, мотивировать. Я бы замотивировал кого-то, если я был бы скромным, поднять свою задницу с дивана и действовать? Нет, никого бы я не замотивировал. Люди приходят на этот канал за мотивацией, понимаете? Сюда же не попадают ребята, обычные ребята, нет, сюда попадают только те ребята, которые хотят чего-то добиться в жизни. И вот они такой контент ценят. Это мотивационный контент. Если вам такой контент не нравится, блин, уходите из этого канала. Смотрите другие каналы, смотрите приколы, смотрите развлечения. Я вам там не буду маячить, я там в рекомендациях не буду попадаться. Сюда приходят люди, которые хотят чего-то добиться. Просто я вам рассказывал, в свое время мотивировался только такими ребятами. Только такие ребята меня мотивировали, которые с нуля чего-то добились. Которые, да, снимали деньги, снимали часы, показывали это все, показывали автомобиль, и это реально мотивирует. И если эти ребята добились этого с нуля сами, только своими усилиями, вот только к таким ребятам нужно прислушиваться, и я всегда к таким буду прислушиваться. Потому что это люди, мать его, результата. Некоторые опять скажут: какого хрена ты опять разорался? Потому что я оратор. Я оратор-мотиватор. По-другому никак. Что мне говорить? Друзья, действуйте. Только вперед. Это не мой стиль. Я такой человек. Я всегда на таком подрыве. Подписчики, которые меня встречают, это видят. Я такой, блин, ребята, по жизни. Блин, если вы молоды, вы таким должны быть. Горячим, блин, страстным, вы должны топить. Как еще по-другому добиться успеха? Если быть скромным, тихим, блин, если не кричать, да, если не заявлять о себе, ничего не показывать, как вы хотите добиться успеха? Сейчас, ребята, другое время. Многие говорят: я слишком пафосный. Да, я пафосный. Пафос, блин, течет в моей крови, и я хотел, чтобы моя жизнь была пафосной. Многие говорят, что я пафосный, но немногие знают значение слова пафосный. Я писал об этом в инсте. Что такое пафосный? Пафосный — это возбужденный, вдохновленный, окрыленный, воодушевленный, эмоциональный, страстный. Вот что такое пафосный. И я считаю, по моей философии, что именно пафосной должна быть жизнь. Яркой, насыщенной, с яркими эмоциями. Вот такой должна быть жизнь. В некотором смысле возвышенной должна быть жизнь. Возвышенной, потому что мы, блин, рождены летать. И хейтеры могут сказать: вот эта вот вся твоя возвышенность, вот этот вот весь пафос, да, он для того, чтобы показать, что ты круче других, да, подчеркнуть свою значимость. Ребята, если я хочу одевать там золотые часы, цепи, я просто это хочу. Меня это мотивирует, мне это нравится, это мой стиль жизни. Я не хочу показаться каким-то там крутым, мне это очень нравится. Ну, нравится мне так ходить. Кому-то нравится ходить в черной футболке, кому-то нравится ходить, блин, в золоте. Это дело вкуса, человеку просто так нравится. Все, ребята, причем тут вот именно... Такие вот люди с неправильным мышлением, они начинают искать какой-то подвох, вот, это ты так одеваешься, чтобы меня унизить, вот как они думают. Это все, чтобы нас унизить, чтобы подчеркнуть свою значимость, чтобы показать, что мы никто, вот как они думают. Я просто от этого кайфую, я всегда так хотел жить, я так хотел, блин, жить, я к этому стремился, и я этого добился. Вот и все, ребята, я видеоблогер-мотиватор, каким мне еще быть? Каким мне еще быть? Я же вам не школьный учитель, да, чтобы быть скромным, сдержанным. Как я кого-то замотивирую, если я буду скромным и сдержанным? Вот, может, почему школьные учителя никого не мотивируют. Вот почему учитель математики не мотивирует вас учить математику, потому что он ходит,
в одном и том же свитере 10 лет, он ничего не добился, с него дети, блин, прикалываются. Почему? Потому что они видят, нахрен нам математика, если я буду жить вот так, как этот учитель. А если бы ваш учитель математики приехал в школу на Бентли, зашел бы в класс, все бы охренели. И он бы сказал: дети, учите математику. Учите математику, если вы будете учить, вы будете жить так же, как и я. Вот тогда бы в классе была тишина. Все бы его слушали. У него было бы уважение, с него бы никто не прикалывался. Вот вам мотивация, ребята. Сейчас люди ценят результат. Да, не знание, а результат. Я вам не квалифицированный, блин, там, инвестор. Я не профессиональный трейдер. У меня нету экономического образования. Я могу рассказывать все простым языком. Я ничего там не запутываю. Я не пользуюсь там сложной терминологией. Я не пользуюсь, потому что я не знаю этой терминологии. Вот вам правда. Но я показываю результат. Вот. Это результат. Я показываю результат. Я этого добился сам. Вот вам мотивация. Вот вам мотивация. А есть ребята, которые могут профессионально все красиво рассказывать, использовать там профессиональную терминологию. Профессиональная терминология, я считаю, они только запутывают людей. Запутывают людей и вешают им лапшу. Вот, смотрите, я профессионал. Ты покажи бабки, если ты, блин, профессионал. Покажи, чего ты нахрен добился. Ты там инвестор крутой. Покажи, чего ты добиваешься. Покажи свои результаты, а не только на словах. Покажи свой кошелек, покажи деньги. Еще раз вам покажу. Это мотивация, это результат. И я считаю, что только таких ребят нужно слушать. Люди результата должны быть у вас в авторитете. Люди результата, а не люди знаний, да, потому что учителя – это люди знаний. У меня в универе был такой препод. Приезжал в универ на Мерсе, была толстая у него золотая цепь, ходил в коричневой кожанке. Ребята, он объездил весь мир. Он был настоящим экспертом своего дела. Он много где побывал, много через что прошел, он такие интересные истории рассказывал, вот его уважали. На его лекции ходили все, все ходили на его лекции. В аудитории была тишина. Вот каких ребят будут уважать, вот каких ребят нужно слушать, понимаете? Ну что, ребята, на этом я буду прощаться, поехал я закрывать сделку. Было жестко, было мотивационно, было громко, а самое главное, трушно и в самое сердце. Подписывайтесь на все мои полезные каналы, ссылки в описании, особенно на канал по инвестициям, там я показываю и рассказываю, как я зарабатываю, как я инвестирую. Также подписывайтесь на основной канал по инвестициям, на телеграм-канал по инвестициям, первая ссылка в описании, там вы можете следить за моим финансовым состоянием. Также подписывайтесь ко мне в инсту, там много всего интересного, полезного и, конечно же, мотивационного. Там вот я пишу вот такие вот посты, и в инсте вы сможете узнать обо всем самыми первыми. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем больших денег, любви, счастья, мотивации, энергии и, конечно же, пафоса. Если вы уже поняли, что такое пафос. Всех люблю, целую, пока.